Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Перед началом обзора я хочу порекомендовать канал Дмитрий Все про Все. Я ссылочку на его канал оставлю в описании. Заходите, подписывайтесь. Итак, начнем. Перед вами монета 1 пенни 1946 года, Великобритания. На монете изображена девушка сидящая с трезубцем и щитом. Это образ Британии. Правитель Георг VI. Материал монеты бронза. Диаметр ее 3,8 мм. Вес монеты 9,45 грамма. И тираж 66 855 999 штук. Этого года монетка встречается чуть реже, чем остальные. И средняя стоимость ее на данный момент от 80 до 160 рублей. Такая интересная монетка у меня есть в коллекции. Так, на этом я закончу свой обзор. Хочу еще раз поздравить всех с Новым годом. Я ближайшие на 3 дня уеду в горы отдыхать. Ролики будут также выходить по разновидностям. Каждый день в 10 утра. Ну, возможно, еще какие-нибудь добавятся ролики. С ответами на комментарии мне будет чуть сложнее. В связи с тем, что с интернетом может быть проблема. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Все, спасибо, друзья, всем за внимание. Кто не подписан на канал, не забудьте подписаться. Оцените ролик лайком или дизлайком. Кому как нравится. Ссылочка на моего друга в описании. Заходите, подписывайтесь. Все, всем пока!